Продолжаем сегодняшний день воскресный. Это 12 июня 2016 года. Сейчас у нас были вот занятия в школе Потеряевской. Вели для взрослых. И вот пришли вот этот скворечник, где Игнатьев находится, Лапкин. Сейчас к Надежде Васильевне Лапкиной пришли. И вот здесь сейчас посмотрим. У нее тут ребятишки должны заниматься пришитием карманов. И другими тоже. Посмотрим. Вот они сидят. Никита Андреевич тоже. Ну и что? Пришили тут карманы-то? Вот он кармашек. Ты какой красивый. Кто-то читает. Кто-то отдыхает. Что это у них? Настолько уработались шитьем. Тут у меня же все на везде места писания. Иконки. А сама хозяйка где? В доме? Она шьет. Она пришивает карманы на машинке. На машинке? Посмотреть. Только надо постучаться, а тут он где-то можно допустить медвежки какие-то. Можно к вам? Да. Да, пожалуйста. Вот она, Муська. Муська, Муська. Ну, ласковая Муська. Вот она, они где остальные. Мы ее не отпускаем. Помощницы сидят. Стоят, Володь, сидят. Мы не можем. Вот я говорю, не благословение сегодня. То нитка рвется, то... Ой, прям, ну никак ничего мы не можем сделать. Бывает. Так бывает. Он опять с фотоаппаратом. Да что ты будешь делать? Надо же заснять, чем вы тут занимаетесь. Да чем мы занимаемся? Видишь, без конца. И нитка рвется. И я говорю, не благословение прям сегодня. Раз в воскресенье нельзя, значит, вот нельзя. Сколько? То нитка порвется. Не скажешь, когда сколько. Да, на руках-то быстрее пришить, но... Мусенька. Когда-то мы здесь занимались, было 32 человека, представляешь, в этой комнате. Ну, да. Этой обстановки не было. Был один стул стоял, и кровать моя, и все. Да, Мусенька. Детский домик был. Зачем лечишь? Не надо лежать, Маш. Ой. Вот, да заканчивай. Иди скорее мне в дюрни, то я прям не... Слава Христу!